отмечают пацаны, которые там пострадали в глубоком, рассказывают все больше информации, узнаю, но записывают фамилии, клички тех пидорасов, которые кумовьям помогали уничтожить зону. Короче, там эти все пинцеты, черные хуеплеты там, они вступили в СВП, стали на вышках дежурить, а их, кто им помогал, половина разбежались, и их сейчас нигде носа не показывают. Я просто не знал про них, в одиночке сидя, а сейчас уже узнаю, пацаны приезжают, мне записывают фамилии, клички, там, короче, Пархим такой минский, бледина конченая, такой роковщик Боря, он Зямкин сын, карманника Зяма был, карманник охуительный минский, а сынок у него конченая кумовская мразь там. Ну такие, короче, остальные пинцеты эти черные эти проявили себя мрази. Потом пинцет вроде бы убегал в Могилеве там, зашился, ну и там начудил. Я сейчас не знаю, может быть, сдох уже. Там же такие мрази, кто... Ну, их все фамилии, клички, будем говорить. И Пархим, и здесь Витебский. Есть Дурейка такой, шнырь ебаный. Потом на Дурхате ездит, ложится. В Дурхате отлеживается. Ну, пьяница, короче. Он тоже мутил там, конченая мразь. С кумовьями вместе. Такого даже бить неохота. Ну, нахуй, короче. Ну и вот такие мрази есть там. Их всех помним, и всех записывали. И Борисовский есть, Пинцета дружки, и есть Минский, короче. Пархима там, дружки, Нехайчика такого козла по досрочке освободился. Ну, они просто думали, что это помогает каким-то пацанам, а помогали кумовским мусорам, помогали, били людей, Жуню били Витебского, блять, дважды вроде бы. Ну, козлы такие, им тогда пролезло это безнаказанно. А кто в СВП вступили, кто куда, а кто зашились. Ну, просто такие козлы помогают мусорам. Потом зоны и тюрьмы превращаются в такие козлятники, как показывают в интернете сейчас беспредел, что творится в России. Это начало. Дай им, блядь, волю и полномочия, они начнут творить такую же херню. Это все такие же мрази. Пархимы эти, блядь, дурейки, короче, эти нехайчики, роковщик Боря, это готовые прессовщики. Готовые, только отправь их, и все будут делать. Потом еще назову. Короче, дохуя там и есть, и Борисовский, и так. Их всех вычисляем и будем находить. Короче, срыва не будет никому. Пусть даже 20 лет прошло. Кто сдохли, может быть, сорвутся и все. Остальные, я просто не знал это, а сейчас узнал, охуел от всего, что они творили там. Чтобы задавить людской ход, чтобы задавить
бродяжи, они творили там черное, блядь, вместе с кумовьями. Ну все как-то так.